Навруз-Байрам – один из самых любимых праздников и в Азербайджане. Люди отмечают весеннее равноденствие, которое символизирует обновление природы. На целую неделю Баку превращается в центр веселых гуляний и зрелищных торжеств. Согласно древним азербайджанским традициям, в первый день Нового года свет в домах горит даже ночью, чтобы не отпугнуть благополучие. Эти традиции сохраняют и чтят азербайджанцы, проживающие и в нашей стране. Юлия Землянова окунулась в атмосферу праздника и веселья и заглянула на кухню, где готовились самые почетные блюда для этого торжества. Гостеприимность и открытость в этот праздничный день демонстрируют представители азербайджанской диаспоры. Отмечают Навруз-Байрам очень торжественно. Праздничный стол тоже особенный. Разнообразие весенних закусок, сладостей, сухофруктов центральное место занимает горячее. Мы спустились в обитель шеф-повара Фауда Азизова. Вот он вносит последние штрихи в приготовление садж ассорти. Блюдо из нескольких видов мяса и овощей. И главного яства – шахплова. Объехал полмира. Работал в Москве, Киеве, Санкт-Петербурге, Баку, Анталии. Поделился, что в Казахстане недавно, но чувствует себя здесь как дома. Навруз – это национальный праздник, это как Новый год мы отмечаем, поэтому весна наступает и стараемся все время улыбаться, чтобы было все хорошо. И вкусно готовить, самое главное. Наурыз Мейрамы – день счастья и единства. У него нет национальности, одинаково близок он всем казахстанцам. Атмосфера праздника ощущалась за каждым столом. Женщины, мужчины, молодежь, дети – видно было. Люди получают удовольствие, общаясь друг с другом. 20-е годы, моменты переселения, моменты тяжелые, когда нашему народу пришлось, так сказать, довольно-таки сложно. Но добрая душа казахского народа, гостеприимство казахского народа не дало нам ни на минуту задуматься о неудобствах. На сегодняшний день мы смело заявляем о своих амбициях, так как на данный момент Казахстан является нашим общим домом. Я хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз. От всей души желаю всем счастья и чтобы... Всевышний нас долго обрадовал с таким руководителем, как наш Эльбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Его праздника лично тоже поздравляю, потому что это результат его политики, которую мы 130 национальностей в Казахстане живем как одна семья. Поздравляю вас всех с праздником Навруз. Азербайджанцы готовятся к Навруз-Байраму за месяц, чтобы Новый год принес благополучие, счастье, оградил от неприятностей и бед. Поэтому принято отмечать праздник в хорошем настроении и расположении духа. Но на этом той еще не закончился. На кухне идут последние приготовления к выносу главного блюда. Ингредиенты шахплова уложены в тесто. В зал его вносят особенно церемониально. Юлия Землянова, Рамиль Кожабаев, Астана.